Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сезон весна-літо у самому розпалі, тож будемо виглядати яскраво та вишукано з порадами від стилістки і не лише стилістки, а експертки з персонального стилю та іміджу Анни Коновчук. Анечка, дуже рада бачити вас в нашій студії. І ми сьогодні будемо знати, на який одяг звертати особливу увагу, як виглядати гарно, модно та вишукано цього сезону. Тож, які основні тренди, які основні тенденції? Весна-літо. Вначале я хочу сказать о глобальных тенденциях, которые влияют на весь мир. Буквально их несколько перечислить. Это экологичность, устойчивая мода, это комфорт, удобство. Вот. И все-таки сейчас уже начинает входить тоже женственность. Соответственно, и вот отталкиваясь от этих глобальных трендов, уже дальше производятся коллекции, если можно так сказать, и мы можем выделить какие-то более мелкие тренды. Какие? Я подготовила материалы и хочу показать сегодня нашим зрителям, поскольку на словах это иногда сказать звичайно, тяжело. Мы все это увидим, да. Ань, а вот скажите, чи карантин вплинув на тенденции в моде? Вы знаете, Юля, это очень серьезный вопрос, его сейчас обсуждают многие и трендовые агентства, и есть такие в мире, которые вот изучают тренды, и дизайнеры. Поэтому, да, конечно же, он повлиял, однозначно повлиял, но к чему дальше это приведет, пока то, что говорят, это, конечно, люкс брендом будет тяжело. Вот. Ну, это такое вот основное, что дальше еще будет, вот непонятно, очень расходятся анализы и вот подходы к тому. Ну, просто цікаво, знаете. Та як люди сиділи весь час в ізоляції, зараз потихеньку починають виходити, різні країни по-різному врятувалися, можна сказати так. І ми розуміємо, що насправді в світі випала така тенденція, коли люди вийшли і хочуть звільнитись, хочуть свободи, хочуть вільно дихати. Тобто насправді от такі от, мабуть, і елементи будуть присутні і в одязі також. Конечно же, я и упомянула, поэтому глобальный тренд, да, это экологичность, она все равно остается, и она сейчас тоже на первый план выходит, о том, что устойчивая мода, то есть вторая жизнь вещам дается, о том, как они перерабатываются, как они производятся, все, это насущный вопрос. И второй – это комфорт, удобство, вот эта свобода, да, раскованность. Еще можно сказать, что есть такой индивидуальность. Это, кстати, тоже один из глобальных трендов. Почему? Перейдем ближе от тенденций к трендам. Почему тренды, с каждым годом их становится все больше на самом деле? Поэтому в пределах вот нашей программы я сегодня хочу рассказать о трендах именно в одежде. Можно говорить еще об обуви, можно говорить об аксессуарах, прическах, бьюти. То есть множество. Ну, їх настільки багато становиться, що просто ми не успіємо з вами. Звичайно, ми зможемо зараз просто розділити на, да, основні елементи, на які потрібно звернути увагу. Ну, зараз я думаю, що ми подивимось першу підробку вашу, і ми в ній можемо побачити, що ж там є насправді, і на що звертають увагу модні стилісти і дизайнери усього світу. Так? Да. То... Я хочу сказати, що такі рекомендації, якщо ви розберетесь з цими основними принципами, то в дальнейшем вы сможете использовать их, то есть это тренды, которые будут достаточно долго у нас присутствовать. Поэтому, разобравшись и поняв, вы сможете применить это и купить вещи, которые вам будут долго служить, а не единоразовые такие одел и уже на осень не хочу носить, и следующее лето точно не хочу. И первое, то, что я бы озвучила, это, опять же, экологичность, удобство, комфорт, это натуральность, натуральные ткани. И я думаю, что сейчас покажут нам, да, слайды. Натуральная одежда из натуральных тканей – это крафтовые вещи, что очень актуально у нас. Вот, да, вы видите сейчас, что у нас сейчас актуально именно, кстати говоря, и в нашей стране, потому что у нас очень много рукодельниц, да. Вот, и вы действительно можете попросить бабушку связать вот такую вещь, как вы видите сейчас на картинке, да. В данном случае здесь еще у нас натуральная вот блуза, то есть лен, хлопок. Именно это сейчас очень актуально. Летом, тим більше, виходить взагалі на перший план. Ну, буде і далі. Дуже добре, але ж ці речі будуть дорожчими. Ну, почему же? Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, можно и так озвучить, но если вам, например, свяжет это ваша бабушка или тот, кто умеет делать это руками, почему же? Ну, эта вещь будет дороже, скажем так, ценнее для вас, но финансово не дороже.
Так, ну якщо бабуся зв'яже, то так. Але купити таку річ, яка створена з натуральних тканин, то, мабуть, вона буде все одно дорожче. Але це, мабуть, краще мати одну-дві, аніж забити увесь гардероб непотребом, який потім треба кудись дівати. І взагалі ми ще зіштовхуємось кожного року з такою проблемою, коли забито все, є дуже багато речей, але носити нічого. Жінки особливо зіштовхуються з цією проблемою. І дівати вже нікуди. Тобто ніхто не хоче купувати вже те, що у вас є, те, що зібралося, можливо, так? Як його переробити, чи можна оновити, і, можливо, речі повторюють свій стиль і напрямок через там 20, 30, 40, 50 років. Да, Юль, вы вот как раз сейчас озвучили тот глобальный тренд, который в мире присутствует. Я до этого озвучила. Это устойчивая мода. Она так называется, sustainable. Вот. Почему? Потому что уже много говорят о том, как производятся вещи, как они утилизируются, как их в дальнейшем дать вторую жизнь и тому подобное. То есть... Соответственно, вот то, что вы сказали, да, действительно, можно думать, как утилизировать, то есть не выбрасывать на мусорку, а именно утилизировать, и потом так, как им дать вторую жизнь, то есть перешить. Вот это сейчас стало очень актуально. Во-первых, вещь станет крафтовой, мы поддержим, да, вот этот тренд натуральности, потому что вы сами придумаете там, не знаю, бабушка перешьет или швея, вы что-то додумаете, и это будет совершенно другой образ, другая вещь, другое изделие, да. Зараз це насправді дуже модно, і, але треба знати основні тенденції моди, для того, щоб не выглядать старомодно. Хочу сказать, что действительно, и некоторые вещи, кстати, это называется винтаж, да, тех столетий, они сейчас актуальны, но нужно все-таки понимать, какая актуальность, дабы не попасть в такую ловушку, как вы сказали. И следующий у нас этап – это викторианское направление, викторианский стиль, можно так назвать. Что туда входит, я вот обозначу, если зрители запомнят это название, они просто могут в интернете еще найти, они поймут, какая одежда вот сейчас в тренде. Ну, на вас трошки есть. Да, я специально подобрала образ, на самом деле, вот такие вот рюши, а подборки. Это сейчас актуально. Я думаю, сейчас мою подборку покажут. Вот. И... Угу. І ми бачимо, що насправді дуже цікаві елементи одягу присутні, да. Бачимо дуже гарні кольори і бачимо, що прозорість така, вона кружево. Теж кружево. Присутня. Так, да, да. Это кружево, это действительно вот, касается этой эпохи. Посмотрите, сколько оборок. Вот достаточно много оборок и объемные рукава. Те, кто видят в масс-маркете где-либо, вот такие объемные рукава, рукава-буфы, фонарики, это все относится сюда. При этом романтические платья, как мы видим, и длина макси, это тоже сюда, это вот этот викторианский стиль. А воротничок под горлышко, обратите внимание, да, опять же, здесь пышный рукав сейчас у нас. Знаете, дуже часто люди дуже полюбляють такі от елементи, коли є комірець такий строгий, коли є така прозорість, вона підкреслює вашу індивідуальність, романтичність додає. І тоді і жінка, і чоловік так само можуть виглядати зовсім інакше. Але тут ми от зараз бачимо, вже зовсім інший такий підхід. Бачимо прозорість, але в чорному кольорі. І теж дуже гарно. Ви знаєте, здесь, кстати говоря, в цвіт не особо буде мати значення. Главная ідея прозрачності. Вона зараз у нас актуальна і дуже зайшла. Ну, плюс на літо це менш жарко, звісно ж. Вот. А далі ви вже можете її використовувати тут на своє усмотрення. Ну, не обов'язково облачатися повністю, да, в прозрачні речі. Може бути просто топ какой-то, блуза. Или вот что-то еще, да, юбка какая-то. Например, дуже интересно, можна використовувати прозрачну юбку, например, поверх мини-юбки непрозрачной. И вам комфортно, потому что, ну, у вас закрыто все, да? И вы этот тренд восприняли, используете? Підтримуємо, да, так. Поддерживаете. Речі must-have – це такі речі з базового гардеробу, які повинні бути на увесь сезон. І це ті речі, від яких потрібно відштовхуватись. Які вони цього року? Я бы здесь озвучила как раз эстетику 70-х. То есть must-have – это джинсовая юбка миди. Юбки миди, в принципе, это вот уже, как сказать, отдельное, другое направление, но, понятно, они перекликаются. Никто не говорит, что оденьтесь только вот в рюши, да. Это здесь на моделях представлено, но вы можете скомбинировать. К примеру, я могу привести пример на себе. У меня сейчас жилет. Жилет – это как раз идея эстетики 70-х. То есть, вот здесь вот я комбінірую, правильно? Дуже гарно, він підкреслює талію, він може окреслити фігуру, і для жінки це взагалі дуже добре. Він все зайве вам
забере и подкреслит то, что необходимо. Ну, знаете, Юль, здесь уже рассуждать, у всех фигуры разные, поэтому тоже нужно понимать, как его применять именно на себя конкретно. Я сейчас озвучиваю тренды, а вот уже дамы, леди, которые хотят именно на себя что-то применять, им нужно смотреть, конечно, дабы не испортить фигуру, потому что все-таки им можно, можно, смотря какая фигура, нужно аккуратно. Ну, сейчас поговорим пока о трендах и посмотрим, да, на эстетику 70-х. Что еще? Это полностью джинс, то есть джинсовые вещи. Это также еще банты вот здесь вот на шее, блузы, знаете, с такими красивыми объемным бантом, да, вот как мы сейчас видим. Джинс, вот то, что я озвучила. Причем еще обратить внимание, именно джинсы клеш вошли. Мне кажется, что джинс, он взагалі ніколи не виходив з моди, він завжди був модним. Вы меня спросили про мастхев, я вам ответила про мастхев. Да, это они. Просто я еще хочу сказать, что джинсовые юбки в том числе. И вообще джинсовые любые изделия, это может быть топ джинсовый. Здесь уже показана сейчас женственность и миди-юбки, я хотела сказать. И опять же, вы говорили о рубашечке, упомянули, с таким острым воротничком. Вот именно такой совершенно острый воротник, это к нам из 70-х, это оттуда. Что мы можем здесь сказать? Что в моде рубашки, они и были. Это опять же к мастхэву. Но если она будет вот с таким зауженным воротником, острым, да, то это будет, ну вот прям на пике тренд. Угу. Ну, это на цей сезон. Наступного сезона все изменится, и такую рубашку уже можно выкинуть, или нет? Нет, нет. Будущее вот она модная. Она будет еще актуальна, и в принципе, вот как мы с вами сейчас говорим, must have, это то, что мы дальше тоже сможем носить. То есть, если вы купите рубашку, и она будет не с таким воротником, она все равно будет актуальна. Вы просто ее обыграете джинсовой юбкой, к примеру. Угу. И вот джинсовая юбка именно миди длины с разрезом посередине, это будет тренд этого сезона. Но честно вам скажу, а когда джинсовые юбки вообще выходили из моды? Просто они были более облегающие, там, допустим, короче длина. Но вот если миди с разрезом, она будет тоже надолго. Да? Высокие талии. Ось зараз це теж, мабуть, тренд. Да. І висока талія ще посадка. Тримається, висока посадка. Для чоловіків теж це трендом є? Чи чоловіки вже переходять на іншу довжину? Нет, вы знаете, для мужчин это тоже, ну, это скажем так, можно отнести к глобальному тренду, хотя я хочу сказать, что есть уже вкрапления, и вот как я вначале озвучила, трендов все больше и больше с каждым годом, вот таких вот не глобальных, а именно трендов одежды, каких-то элементов, да, что это становится трендом. И поэтому сейчас, в принципе, уже, ну, не наравне, конечно, с высокой посадкой, но начинают уже конкурировать, это среднее за Сниженная, она тоже добавляется дизайнерами в показы, в коллекции. Так, ми можемо зараз ще подивитися. Ані, багато чого принесли нам, да. Попрацювали добре, і ми зможемо насолодитись тими виробами, які зараз пропонують на цей сезон, подивитись і, можливо, щось для себе взяти, так, на заміточку. Купити ті речі, ми вже сказали, що джинси – це рубашки, це жіночність, якщо ми хочемо її підкреслити з 70-ті роки, це може бути прозорість. Тобто ми ось такі речі для себе відкладаємо в пам'ять і вже можемо купити собі. Да. Так? Ну, я маю на увазі, що взагалі ми можемо не лише купити, якщо у вас десь є в гардеробі, то просто носіть. Я только хотела сказать, Юлечка, использовать. То есть я уверена, прозрачность на самом деле была несколько лет назад актуальна. И, соответственно, она сейчас опять вошла в моду. Вы можете эти вещи достать и использовать. Следующее. О женственности мы с вами заговорили, потому что очень хорошо перейти от 70-х, эстетики 70-х к женственности, поскольку она там поддержана, но там все-таки есть и мужские силуэты, это костюмы. А в чем женственность проявляется у нас сейчас, и она прямо вот максимально к этому идет, поскольку бельевой стиль. Бельевой стиль – это о женственности. А мы его поддержали все вместе вот с вами сейчас, находясь на карантине. Поскольку достаточно удобно было в каких-то шелковых пижамах ходить в шелковых платьях. Карантин теперь вплывает, так? Да, это, скажем так, он поддержал этот тренд. Он был, но он сейчас станет на пике актуальности, поскольку, ну, действительно, все вспомнили о своих каких-то таких вот платьях домашних, да, и, ну, вот и поддержали этот тренд. Ну, я думаю, что мы зараз зможемо побачити, що є. Ось вони, ці речі, так? Да, это здесь о женственности, о корсетах, я хотела сказать. Там будут еще сейчас и платья, конечно же. Корсеты, это просто действительно корсеты и укороченные топы какие-либо. Вот платья, которых я хотела сказать. Ну, то есть, вот почему не домашние? Яскраві? Можно домашние, можно на улицу, схожі, пожалуйста. Але ж, дивіться, вони дуже яскраві. Якщо колір буде таким
аж кричащим це нормально буде на цей сезон? Чи все ж більше треба орієнтуватись на пастельні відтінки? Вы знаете, я могу сказать, что дизайнеры предлагают все-таки яркие цвета, но это в основном по анализу тренд-агентств не поддерживается в мире. Все-таки люди сейчас хотят спокойствия, и поэтому больше поддержаны, вот если обратить внимание, что покупается вот на это, да, больше поддержаны такие пастельные оттенки. Но дизайнеры не перестают предлагать нам яркость, дабы внедрить в жизнь жизнерадостность, активную позицию. Сколько яскравых кольорів мы бачим. Да, это, кстати, тоже о женственности, потому что это принты, которые призваны дать нам, да, активный заряд на лето. Вот как раз активизировать хорошее настроение и позитив в этот летний период, когда мы только что вот, ну, пережили, да, такое вот тяжелое положение, и сейчас хотим все-таки какого-то настроения. Потихеньку, да, хочемо повернутися. К жизни. И треба вже розуміти, що для цього нам потрібно, так, потихеньку готуватись до цього періоду. Ви ще й підготували, підборка є у вас для чоловіків, так, трошечки. Это была не для мужчин, это на самом деле была подборка для, скажем так, у нас присутствует один тренд маскулинности. То есть, когда женщины сравниваются с мужчинами, и, ну, мы должны отдать ему дань. Поэтому это подборка для женщин, но понятно, что это взяты из мужского гардероба костюмы. Але чоловіки, вони теж можуть орієнтуватися на це, так? І, да, підкреслювати, конечно, себе таким образом, так? Таким чином. І цей образ у чоловічому гардеробі, він теж може спливати. Да, дело в том, что стираются уже вот эти границы. Это тоже один из таких тенденций в мире. Стираются границы между, с одной стороны, вот есть женщины, вроде бы антагонисты, да, принципы антагонисты. Женственность, а тут же маскулинность. Ну вот присутствует все это у нас сейчас в мире. Соответственно, стираются границы между женским и мужским началом. И мы видим модели, которые мы не можем понять, это вообще парень или девушка. То есть вот так, ну, вот я не знаю, мне особливо не дуже це подобається, але, як то кажуть, світ цьому не дає перевагу, тому, можливо, і в трендах теж це відображається. Але ж ми цього сезону і взагалі ми можемо мати право обирати те, що нам подобається, і носити саме свої індивідуальні, да, речі, які будуть личити лише нам. Вот именно, это как раз о том, как вы говорили, как я упоминала, что трендов все больше. Это почему? Потому что все мы хотим подчеркнуть индивидуальность, это основное. И поэтому мы выбираем какую-то вещь, кто-то выбирает, на нее актуализируется внимание, и, соответственно, она становится трендом. Скажем так, мы ведь тоже, люди тоже диктуют эти тренды. Итак, что я хотела сказать, да, о маскулинности. Как вы видите, вот здесь, вот, например, вот посередине мы не видим, это мужчина, да, или мы не можем понять, ну, да? Такие брюки, так? Широкі, чи які вони, не зрозуміла форма така. Не то чоловічі, не то жіночі. Да, так, это как ось сняти з мужского плеча. І я хочу сказати такий лайфхак для девушек, да. Якщо у них, ну, соответствующего размера мужья, то есть это не сильно там какие-то XL, а L хотя бы, мы можем брать из их гардероба. Уже женщина забрала все, наверное, з мужского гардероба. Ну, даже галстук, тільки... даже галстук уже научили применять, да. Вот как вы видите, там даже вот видно, такое есть, как вот какой-то галстук украшен. Це можна зекономити, так, забрати в чоловіка, да, його костюм, носити. Ну, например, он не носит, он уже там, не знаю, размер стал, да, пополнел, откормили. Соответственно, забираем у него этот костюм и используем сами, например, под пояс. И таким образом мы с ремнем, таким образом мы поддерживаем маскулинность, тренд, да, ну, конечно, кому интересно, ну, не без того. Це жарт, але він може бути, так, в справжньому житті. Это не просто может быть. Сейчас вот винтажные агентства, винтажные магазины, они продают мужские пиджаки, они продают их для женщин, и девушки покупают. Очень интересно можно обыгрывать. Вот как я сказала с ремнем, у вас подчеркивается талия, и вы выглядите женственней, а здесь расширенные объемные плечи. Это мы берем из тренда вот этой мужественности и маскулинности. Анечка, там насправді супер, стільки всього ми сьогодні встигли розглянути, стільки різних прикладів, і все це для того, аби гарно, вишукано і модно виглядати цього сезону. Я вам дуже дякую за таку роботу, за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Будемо чекати вас ще у наступному сезоні. Я думаю, що ми так, таким чином, завжди будемо модними. А зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.